Ребята, один. Ребят, кто-то встречает его. Сейчас. Уже низко, уже низко. Сейчас, давай. Браво!
Болгар вольт, Уцхан. Уцхан болгар вольт, да. Эй, стоп! Можно, можно, можно. Подожди, бля, подожди, Вань. Эй, стой, ребят. Отыграй. Болгар вольт, да, болгар. А? Болгар, болгар. Играй, играй, Мак. Надо болгар. Игроки, игроков сразу. Лучше то, мне, а я на басу там. Да и пускай. Ануль, да, ануль. Не пускай. Не пали, Колеш, не пали. Здорово. Оп, оп, оп. Макс, дай, Макс, чуть-чуть! Макс, давай! На 49-й Корчелан желтый получил карточку. Понял, пожалуйста.
Он забил просто прям, блядь, колено, прям в это, блядь. Вот, после тренировки возьми, да. Да и лёд, и укол сделал. Игорь, 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 спокойно. Ай, Женя! Ай, дай, дай, дай! Шапка, шапка! Выдвигайся, Макс, Макс, выдвигайся, Макс, выдвигайся, Клава, Макс, чуть-чуть. Выдвигайся, Макс, вот, вот, ближе к нему, ближе к нему, ближе, душите его, душите его, душите его, вот. Дави! Отлично! Один, один, Макс! Макс! Не трогай, Сань! Приезжай, приезжай! Доставай! Гони сюда, гони его! Стала, мув! Еще, еще, не знаю где! Середина, Мэтт, леви! Напрягай, режи! Ближе, ближе, кто? Чё,
быстрее! Жень, 62-я минута, вместо 62-я, да, вместо Малаяна вышел Вотинов. Да. Все, да, пока без моментов, ага, все, давай, Женя, ага. Жень, на 63-й вместо Рыжкова Игнатьев. Да. Ага, все, давай. Продолжение следует...
Был слишком острый бусы. Игорь, внимательно! Стой! Жень, значит, на 68-й вышли на поле Лозенков, Лях, Маслов, Смирнов. Да, 4 человека. Лозенков, Лях, Маслов, Смирнов. Значит, вместо Васильева, Осипова, Калешина и... Сейчас скажу, вместо кого это. Вместо Младного, по-моему. Младного не вижу. Да, и вместо Младного. Да, да, да. Васильева. Два центральных. Лазенков, Сухарев вместо Калешина и Осипова. Ага, все, давай. Скорость, Макс, и скорость сюда, право, право, дай Максу. Давай, 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 давай.
Отдай ему, Серега. Все, встали! Глаза, можно! Жень, еще забыл там сказать, замена то еще одно место. Кузнецову Смирнов еще вышел на 6-8. Вместо Кузнецову Смирнов. А, слушай, ну Смирнов очень вместо кого-то вышел. Может, значит, не вместо Кузнецова. Кто там еще из основы остался, Жень? Посмотри, пожалуйста, по своему составу. В общем, Смирнов еще вместо кого-то вышел тоже. А, ты написал, да? А, все, ну все правильно, ага, все, это я просто уже. Ага, все, ладно. Ага. Ну да. Ну, так, поддавлю немножко, поддавлю. Сейчас свежие игроки вышли, конечно, нет, уже эта игра пошла в нашу пользу. Ну. А, хороший момент был опасный у Лотинова, но он не смог уже вратаря переиграть в этом бою. Ага, давай. Давай, 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 давай
Хорош момент, конечно, это хорош. Yeah.
84-й минуте Хазар забил второй. 2-1. Да, забил Мбила. Африканец. Нет, М. Первое Э. Мбила. Да, Мбила. М-Б-И-Л-А. Да, да. Там ногой, да, он выиграл борьбу центральный защитник наш. Там была длинная подача вперед из обороны. И он выиграл борьбу у защитника и пробил в дальний угол. У нас до этого было очень два хороших момента. Вот не забили, к сожалению. Вотинов один опять не забил. А второй Кутин там в перекладину еще в лаву попал. Да, там была подача с фланга такая хорошая подавала, и Кутин так здорово так сходу перекладину попал. Давай,
Крусяга там. Давай!